Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика, и... Оператор, девочки, мастер с каждой новой работы открывает Америку. Да. Вот такие чудесные цветочки цинии получились у меня. Миниатюрные. Высота всей композиции 14 сантиметров по самой высокой точке цветочка, вот по этой центральной, в таком горшочке. И если вы помните, мы с вами начали серию позитива миниатюрного Рудбекия в горшочке в виде кошачьей мордашки улыбающейся, а здесь вообще смеющиеся, ну просто на позитиве. Ну, есть у меня несколько горшочков с другой мимикой, потом обязательно что-нибудь туда посадим. Эта кошечка хочет сметана. Ну, хорошо. Она предвкушение. Предвкушение. А там рубейка. А это уже наелась. А, вон, вот, оказывается, все как просто. Ну так, давайте мы все-таки с вами обратим внимание вот на нашу новую работу. Миниатюрные цинии из бисера. Цинии мы еще с вами не плели. Ну, я так точно пока не плела. Но хожу уже который год и смотрю на них, присматриваюсь. В принципе, в строении я уже так все посмотрела. Вполне возможно, что и большие с вами сплетем. Но ввиду того, что у многих из вас либо нет времени, либо нет больших запасов бисера, то мы плетем миниатюрки. Плетутся они легко и быстро. Ну, не скажу, что за несколько часов, но на эту работу у меня ушло, по-моему, 3 дня. С разработкой схемы, ну и так далее. Поэтому я считаю, что за 3 дня и такая красота получается, да? Тоже не быстро. Да, не быстро, но я считаю, что это того стоит. Посмотрите, какая работа красотища. Какая. Какая красотища. Использовала бисер. Чистый. Китайский, некалиброванный. Спасибо большое. Китайский, да некалиброванный. Не за что. Да. Вот я говорю. Здесь у меня 2 желтых цинии, 2 оранжевых, 2 цвета фуксии. Ну, одну вот решила разбавить. Сделала вот такую вот, не поймешь, какой цвет. Разбавленный. Бежевый такой, кораллово... Как он называется? Салмон-то. Рыбка. В общем, вот такой вот цвет. Да. Лососевый. Вот такой, да. Ну, я даже и не знаю, что еще сказать. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш с оператором канал. Кошка 2015-цветы из бисера, запятая бисероплетение, запятая МК, что означает мастер-класс. Ну, я думаю, еще раз поставлю рядом наши миниатюрки. Новая кошачья серия, да, ну и напишите, если вам нравится, нужно ли продолжать эту серию. У меня еще 4 горшочка в запасе. Так что все, на этом все. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока.